этот куст, около 5 метров его высота, созревают бананы, собирают их, засыхают трава и убирают, и новая порция уже поднимается. Здесь и хлопок выращивают, и рожь, и пшеница. Скоро-скоро появится клубника. Здесь тоже несколько фермерских хозяйств, которые выращивают клубнику на гидропонике. В общем, много здесь чего растет. Для орошения, конечно, требуется довольно-таки большое количество воды. У нас